Так. Вот так вот. В общем, мы заряжаться решили, в магазине купили еды и решили подзарядиться. Сейчас вот нам хозяин дает резетку. Мы в этом звездеце или пипце. Звездец, по-моему. Звездец. Сейчас подзарядимся, потому что дальше сил нету. Вот резетка припрятана. Мы сейчас соединишь? Так я же постоянно соединяю. Ну давай, соединяй. Ты уже способный. Вот, друзья, вы можете видеть, какой расход у меня идет при езде в горку. Меньше чем киловатт у нас недопустимо. Вот сейчас 15 километров в час, и он жрет киловатт. Вот 250 ватт или 500 ватт, это все сгорело бы. Границу с Турцией, и начался дождь, и мы тут под деревом стоим просто. Вот, короче, у нас тупо сейчас дождь. Вот по погоде даже видно. В 3 часа дождь, в 4 уже дождя нет. И вот мы будем тут на границе, когда все люди едут на машинках. Мы тупо ждем дождь, когда пройдет. Вон он идет, валит. Давай пока карту смотреть, куда мы едем. Так, вот мы на границе с Турцией. Сейчас. Ну, на Стамбул мы не будем ехать. Ну, да. Мы как-то так поедем. На сторону Средиземного моря. Чуть-чуть правее. Угу. На Кырклареле. С интернетом. У нас интернета нету, ребята. И мы не можем понять курс турецких этих денег и наших и гривны. Короче, мы купили курицы. Я не врубаюсь, какая тут цена. И мы не понимаем курса. То есть 64 турецких лей или львов или чего-то там. Ну, короче, слава богу, что по карточке купили.